Так, всем привет тем, кто смотрит мой канал. И сегодня у нас будет чуть геймплея с игрой Maju All от компании KSS. Эта игра в свое время была выпущена только для Super Famicom. Год выпуска данной игры 95-й год. То есть, следовательно, данная игра из позднего поколения игр на Super Famicom в целом. Конечно, это не самый конец эпохи Super Famicom, но уже такое более позднее поколение игр на Super Famicom. Вот. Это одна из таких из редких игр на Суфами в целом. Вот. И она очень редко появляется вообще в интернете где-либо, чтобы ее купить. Вот. Интересным образом у этой игры есть выбор даже уровня, но об этом чуть попозже. Здесь у нас есть только Normal и Hard. Стрельба кнопка Y, прыжок кнопка B, стерео или монозвук. Итак, на заставке нажать 15 раз Select. Появилась вот эта новая опция по названию Map Select. И как раз сейчас мы можем выбирать один из шести уровней. Конечно же, для вас я читить не буду, потому что это сейчас не принято читить. Хотя для меня это, честно, это полный бред. Порой очень даже важно читить, чем иметь геморрой от прохождения. Thank you.
Ставля. Мальчик.
так. А, вот так, типа. Как-то вот так вот. Не допрыгнул.
себя. В принципе, на этом все. Все, что хотел вам показать в геймплее Mudju All на Super Famicom. Всем до скорой, всем пока!